Это же P30 Lite. Смартфон Huawei Nova 4 и показался на официальных изображениях и рекламном плакате перед анонсом. Сразу два источника опубликовали изображение смартфона Huawei Nova 4 и за пару дней перед анонсом. Презентация Huawei Nova 4 и ожидается 14 марта в Китае. На международном же рынке модель выйдет под названием Huawei P30 Lite. Ресурс MySmartPrice поделился качественными изображениями смартфона в трех цветовых вариантах – белом, черном и градиентном голубом. Источник подчеркивает, что это официальные рендеры модели. SlashLayer поделился рекламным плакатом с Nova 4 и в главной роли. На нем отмечается фронтальная камера разрешением 32 МП. Последнее, кстати, уже было подтверждено официальным тизером. Смартфон получит экран с каплевидным вырезом, как и старшие модели Huawei P30, диагональю 6,15 дюйма разрешением 1080 на 2312 пикселей. Также ему приписывают вертикальную тройную камеру с датчиками разрешением 24 МП, 8 МП и 2 МП, дактилоскопический датчик на задней панели, однокристальную систему High Silicon Kirin 710, аккумулятор емкостью 3240 метров, ЧС быстрой зарядкой мощностью 18 торник.